Проект «Мама футболиста» в нашем городе проводится впервые. Конкурс приурочили к году семьи. На него зарегистрировалось 5 мам. Всем им предстоит пройти несколько этапов. Снять видеовизитку «Утро на спорте», пройти кулинарный конкурс «Битва салатов», принять участие в фотосессии «Будь в форме», выполнить испытание «ГТО легко», стать организатором благотворительной акции «Команда добра». Даже если, да, мы все предполагаем, даже если на какой-то этап мама не смогла по тем либо иным причинам подойти, да, она обязательно вернется в строй и будет дальше проходить по другим этапам. И только в конце мы скажем, кто стал лучшей из лучших. Титул «Лучшая футбольная мама Сарова» получит участница, набравшая наибольшее количество баллов на всех этапах. Мария Иванова отмечает, что с мероприятия никто не уйдет без подарка. Жюри обещает быть справедливым, но не строгим. У нас есть сюрприз для всех мам, всех их обязательно ждут определенные номинации. И в принципе, я не исключаю того, что может быть произойдет какое-то чудо. И может быть каждый оденет корону и, в общем, скажет, что да, я достойна сегодня этого звания лучшая мама. Может быть, у всех будут номинации. То есть, как развернутся события, я не знаю, но у нас мы предусматриваем разные варианты. Первая встреча с мамами прошла в дружной и теплой атмосфере. Участницы познакомились, рассказали о себе. И для каждой из них это новая ступень. На конкурс они пришли, чтобы зарядиться новыми эмоциями. Хочется, наверное, познакомиться с новыми людьми. Интересно что-то для себя открыть. Ну и вообще, вот, например, я мама в декрете, мне хочется немножко каких-нибудь эмоций. Охота посоревноваться, наверное, в чем сможем. Как бы мальчишки, чтобы наши увидели, что мамы не только могут с ними на футбол ездить, болеть за них, а могут еще себя показать, почувствовать себя женщиной, потому что там очень интересно. Финал конкурса «Мама-футболиста» пройдет 30 марта в молодежном центре. Все участницы примут участие в показе мод, а также пройдут интеллектуальные конкурсы и выполнят творческое задание. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.